Самарском художественном театре «Витражи» проходит марафон новогодних представлений. В этот раз Самарское отделение Всероссийского общества инвалидов организовало спектакль для детей с особенностями в развитии. Но увидеть постановку смогли не только ребята с ограниченными возможностями. Это помогло создать в зрительном зале инклюзивную атмосферу. Эти мероприятия, они на самом деле важны не только в преддверии Нового года, они вообще важны постоянно и регулярно, на регулярной основе, чтобы инклюзивные дети чувствовали себя полноправными членами нашего общества, чтобы они также активно вливались в общественную жизнь, чтобы они наслаждались искусством, радовались. Ольга Ткачева работает социальным педагогом. На спектакль «Морозко» привела двух сыновей. Рассказывает, что особенно понравилась новая интерпретация сказки. Мне всегда нравится, когда что-то новое привносит, не просто вот классическую версию. Детям очень понравилось. У меня прям младший ребенок, вот 7-летний, он сидел вот так вот смотрел. Так как они со сказкой знакомы, немножко в конце не поняли, что произошло, но им понравилось. Они прям вот были все во внимании, и старший, вот 9-летний тоже. Билеты на спектакль распространялись через городскую службу «Семья» и районные организации инвалидов. По окончании представления Дед Мороз поздравил детей со сцены и подарил сладкие угощения. Максим Магомедов, Василий Колдашов, «События».